Hello, everybody. Здравствуйте всем. I'm Pastor John. Я пастор Джон. And honored to be here. И я почтен быть здесь. Churches of Praise, and I в церкви прославления. Want to let you know about our я хочу, чтобы вы знали о конференции, которая будет. On Tuesday and Wednesday. Она будет у нас во вторник и среду. 19 и 20 февраля. In the afternoon on начинается both в 3 часа and this оба дня. Is a minister's conference. Это будет конференция and ministers для служителей, для пастырей. Приезжают все епископа. И тема этой конференции «Небеса открыты над вами». And, this is going to be a great time. Это будет великолепное and время. My dear friend, Ken Bodry will be here. И с нами будет чудесный наш друг Кен Бодри. I'm always excited to be wherever Ken is because и знаете, мне всегда так радостно быть там, где есть Кен. Потому что когда есть Кен, есть что-то необычное, есть что-то свежее. И у нас очень много ожиданий. Конечно, есть грустная новость, что наш друг Крейг Нильсон, он не способен приехать в этот раз. Он должен был остаться дома. Из-за его дочери, которая беременна сейчас, и был риск потери ребенка, и она сейчас в больнице. И мы молимся за нее. И я прошу вас также молиться за нее. Из-за этого серьезной ситуации он как отец должен был остаться дома и молиться постоянно за свою дочь. Конечно, мы немножко теряем в этом, но Бог благ. Of course, our dear Gregory and Galina will be with us. Конечно же, такая радостная новость, что Григорий и Галина будут с нами. Of course, we'll have great praise and worship. И у нас будет великолепное поклонение и прославление. All of that. И все это. Wherever two or three of us are together, you know who's coming. Сказано, где двое или трое собраны, там Иисус. Аминь. And you know the theme of this conference. И знаете, что тема конференции это открытое небо над нами. Now, for those of you who are older in the Lord, you might understand. И те, кто из нас уже постарше, мы можем понимать. А некоторые, кто помладше, мы думаем, что же такое открытое небеса? Конечно же, я вам хочу сказать, что открытое небо намного лучше, чем закрытое. Открытое небо означает, что Бог, у которого все богатства того, что Он имеет, оно все открыто для нас. Не потому, что мы заслужили, но потому, что Иисус своей кровью открыл небеса на нами. И самая главная вещь, которую нам нужно ожидать, это то, что мы должны ожидать, жаждать Бога. И мы должны ожидать то, что Бог будет двигаться. Я читал о пробуждении, когда Бог начал могущественным образом делать пробуждение. Что было основным источником пробуждения? Это жажда людей по Богу. Они хотели, они желали быть с Богом, хотели Его присутствия. Поэтому давайте это сделаем. Давайте сегодня начнем молиться. Все, которые там, все люди, которые приедут, пусть будет жажда. Пусть придет жажда по Его присутствию. Пусть придет голод по Богу. И вы приходите, вы придете с ожиданием, что Бог могущественным образом сделает это. And if you will expect that something great is going to happen, что-то великое обязательно произойдет в вашей жизни и в жизни ваших братьев и сестер. Я даже могу дать вам гарантию, что это произойдет. Это будет великолепное время, поверьте мне. Присоединяйтесь к нам. Мы придем все вместе. И это будет великолепный момент. И мы почувствуем, как небо откроется над нами. Мы почувствуем присутствие Бога всем нашим сердцем. You know, we're just going to believe that God will clear your schedule, что Бог so that you как бы даст нам четкое, maybe it's work, maybe it's family, четкое if понимание, you want to come here, God четкое, will just open the way, открытый путь для того, чтобы приехать so на эту конференцию. Поэтому, пожалуйста, God молитесь. Bless you and thank you. Бог благословит вас. Спасибо.